Котик на балконе? Чё котик делает на балконе? Котик, ты чё делаешь на балконе, а? Чё ты делаешь на балконе у нас? На птичек смотришь? Шерлок. Не хочешь больше на птичек смотреть? А, красавец ты наш. Котик вышел на балкон. Чё там? Ну и как птички там поют, да? Поют птички, Шерлок. И тебе хочется. А туда никак? В ту сторону не допрыгнешь? Где у нас там Шерлок? И кто у нас там? Кто у нас там за нарезочкой? Вот так. Все проверил. Вот так. Слушай, ему тут хорошо ходить. А туда никак не перелезешь, да? Вот так. Шерлок, туда никак не перелезешь. Эх, вот ну как туда, а туда никак. Что ты там нашел? Глазеночки мои, Шерлок. Шерлок. Шерлок-киска. Шерлок, ты наш кисонька. Ах ты серенькая кисонька. Злючка-то серенькая. А, Шерлок, ты злючка серенькая у нас? Нет, ты у нас не злючка, Ой, какой злючка. Ой, как хорошо тут лежать на балкончике. У тебя и хвостик помещается. Какой котяра уже большой. Шерлок. А ты у нас зрючка серая. Ага. Ой. Как достать, как? Ага. Вот так. И никак. Вот так бабушка тебя наказала. А упадешь? Ага. Все. Иди ты, моя лапонька. Вон тут птичек слушают. Ты знаешь, как птички поют? Шерлок, ты птичек слушаешь, да? Моя штука. Добрый день, друзья. Это продолжение видео о котике Шерлоке. Очередная забавная история про кота Шерлока. Когда наступила весна, то хозяйка стала оставлять открытой дверь на балкон. И Шерлок стал осваивать новое пространство. Ему нравилось ходить по балкону, смотреть на птичек. Я его иногда снимала, играла с ним. Об этом вот я вам показала в первой части этого видео. Когда кот оставался один, он даже учился разговаривать с птичками.
Шерлок и раньше у нас разговаривал. Если ему что-то не нравилось, то он бросал короткие недовольные фразы. Но подловить этот момент на видео мне не удавалось, потому что я в гости к дочке прихожу нечасто, и котик Шерлок, он живет не у меня, а у дочки. И вот на балконе котик стал часто сидеть, смотреть в окно и разговаривать с птицами. Но он не любил, когда я его снимаю на видео. Когда я подходила, он всегда поворачивался и приближался ко мне. Поэтому мне пришлось снимать его издалека, с большим увеличением и из-за занавески. И вот тут заметно, как у него открывается моментами рот, он пытается произносить звуки, но звуки очень негромкие, и слов пока не расслышно. Он у нас вообще не умеет мяукать, он только разговаривает. Может, еще будет момент, когда мне удастся записать и на видео, как котик Шерлок будет разговаривать. Кто не видел мои предыдущие видео о котике Шерлоке, посмотрите в плейлисте «Кошки и коты. Смешные животные». Приятного просмотра и до новых встреч! Я еще буду делать видео о нашем котике Шерлоке. Всего доброго, друзья! До свидания!